Ты еще долго будешь копошиться? Дай мне поспать. Прости, я просто очень опаздываю. Оставь мне деньги на тушь. Я ж тебе вчера уже давал. Я вообще-то продукты покупала. На тушь мне не хватило. У меня только 500 рублей на такси. Давай вечером сниму с карточки и дам тебе. Прекрасно. А на метро мы уже не ездим, да? С тобой уже 3 дня на ножах. Иди на работу. Дай мне поспать. Я все равно тебя люблю. Мы прерываем наше вещание экстренным сообщением. Стали известны новые подробности о сегодняшнем взрыве в московском метро на станции Бородинская. С места событий наш специальный корреспондент. Сегодня 8:32 на станции метро Бородинская. Первым вагоне поезда прозвучал взрыв. По предварительным данным, погибло около 40 человек. Число пострадавших в результате этого взрыва достигло 80 человек. Примерно через час на сайте МЧС появятся списки погибших, а также список полиции, куда будут доставлены пострадавшие. Источник ФСБ сообщил, что взрыв похож на запланированную террористическую атаку. Мощность взрывного устройства оценивается в 3 килограмма тротила. Известно, что это было безоболочное взрывное устройство. Бомбу приняли. Мама, я не знаю, что с ним. Не занимай линию, я тебе потом перезвоню, хорошо? Центр экстренной ситуации.
оставь мне деньги на душ. У меня только 500 рублей. Я все равно использую. Значит, на метро мы уже не ездим, да? Будем работать. Сережа, у тебя все хорошо? Боже, как я волновалась. Прости меня, пожалуйста. Прости. Я тебя очень-очень-очень люблю. Давай я за тобой приеду. А ты где?